Технопарк предприятия «Аксум» словно музей под открытым небом. Правда, все экспонаты, действующие, ежедневно находятся в работе. Вернее, ежесуточно, ведь в снежные архангельские зимы поддерживать дороги в чистоте можно только так. 90 единиц техники, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики проходят ежедневные технические осмотры. Крайне редко встают на серьезный ремонт. Ремонтный персонал у нас укомплектован полностью. Для обслуживания автомобилей и специализированной техники имеются все цеха производственные, которые необходимы. Техническое обслуживание – это в первую очередь приоритет для всей техники. Текущий ремонт составляет небольшой процент, где-то порядка 3-4 единиц смену проходит в ремонтных мастерских предприятий. А вот этот красавец-асфальтоукладчик в ремонте не нуждается. Он совсем недавно пополнил технопарк «Аксума» и уже летом выйдет на свой первый дорожный ремонт. Пескоразбрасыватель – тоже недавнее приобретение. Обновление парка для предприятия – важная и необходимая статья расходов. Ведь Архангельскому городскому специализированному управлению механизации 52 года. Обслуживание, с ночной кто приезжает, делаем татара, чтобы выезжали сразу опять ночью на линию. Так днем то ломается. Делаем, и опять на линию уезжают. Очередной выезд техники на линию в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей и более качественно почистить городские дороги. Смена продолжительная – 11 часов. До 75 единиц техники, снегопады больше, усиляемся. А работы по вывозке снега и подметанию проезжей части в основном на 60% производятся ночью. То есть для сравнения, допустим, если днем мы вывозим порядка 2000 кубов снега по всему городу, ночью 4000 кубов снега. Днем делается упор больше на улицы третьей категории, внутриквартальные проезды, ночью на подметание тротуаров. Почему так? Потому что ночью у нас меньше интенсивное движение, меньше пробок, меньше интенсивное движение пешеходов. То есть утром жители просыпаются, и тротуары уже чистые у нас. Тротуар, проезжая часть. Бригад, обслуживающих город, много. В их составе трудится 240 человек, которые живут под девизом «Без выходных и праздников». Борцы за чистоту Архангельска рассказывать про себя и свою работу не любят, поскольку уверены, самую точную оценку их труда могут дать только горожане. Дороги убираются, это же видно, да, то есть по ночам ходит техника постоянно, да, утром выходишь, чистенько все, опрятно, вполне ничего. Я часто езжу по центральным улицам города, по Ломоносову, по Троицкому, дороги убираются, утром едешь на работу, все чисто, в общем-то ехать приятно. В этом году предприятие отвечает за чистоту магистралей в Маймаксе, Соломбале, а также в Октябрьском округе. На постоянном содержании «Аксума» находится 1 200 000 квадратных метров дорожной площади. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Денис Линчевский, 7 дней в регионе.